Привет всем любителям баскетбола и добро пожаловать в Астану, матч регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ между одноименной командой и Эмбамой. Снайперская чакра как-то закрылась у обеих команд после старта. Паша Исмаилов, быстрый перевод, и вот это было действительно хорошо. Исмаилов, видно, что очень хорошо готов физически, готов получить, но Мотовилов, я так понимаю, что будет решать самостоятельно и нарывается на блокшот от Владислава Трушкина. Рискованный пас под кольцо Пебневу, Касаткин попадает издали. 20-13 и время тайм-аута. Есть фол, об этом предупреждает скамейка сейчас Ивана Белоусова. Он не нарушает правила. Походяев забивает издали. Ставит красивую точку первой четверти. Все-таки мимо. И бежит Маркел. Поднял голову. Есть несколько вариантов. О, какая интересная скидка. Мурзагалиев. Как же сориентировался Маркел. 7 секунд. Дэниелу Томми выставил Воронов. И все-таки нарушил правила. И нет. 2+1. МБА может пропустить. К Дэниелу Томми. Ков, Трушкин, Воронов как убрал на первом шаге и точно в руки партнера отдает. Мяч ходит здорово у команды Василия Карасева. Воронов против Мотовилова попросил. Так, Зубков сейчас выполняет важную функцию. Он растягивает оборону, а Андрей Зубков забивает из-под кольца. Там в падении буквально. Еще один пик-н-ролл и Певнев. Ему предстоит отбиваться. Джонсон идет в проход и, зависая в воздухе, набирает эти 2+1. Мог бы здесь тоже, казалось, забивать. И все-таки это не получилось сделать. Исмаилов до конца накрывает его. И более того, мяч потом в Пашу прилетает. И опять Майдекин заступил, но уже аккуратнее. Трушкин, Воронов. Трушкин может бросать. И попадает издали Фотис Токианос. Все-таки берет тайм-аут Маркел Джонсон. Как угодно, но пытались лишить Касаткина этого мяча. Зубков 2+1. Вы посмотрите на Андрея Зубкова. И таким образом встреча подошла к концу. МБА Майя держит свою первую победу в нынешнем сезоне, обыгрывая Астану.